Я не знаю, что рассказать. Ничего не надо говорить. Она сама обо всем уже давно знает. Ты просто уйдешь от него, и все. У тебя все просто. Андрей Борисович, тяжелый в приемной. Голову на бок. Употреблял что-нибудь? Что? Наркотики употреблял? Да что вы, нет, я бы знала. Аллергия на что-нибудь? Нет, ничего такого. Я в кухню пришла, а он мне шерстью пены изо рта. Скорая приехала, ничего понять не может. Доскоп, быстро. Сломан, лампа сгорела. Тебе. Помоги. Держи. Как все это? Заебал. Не видно ни хрена. Щипцы. Есть? Дыши. Дыши. Тебя как зовут-то? Меня Гена. Гена? Тебя мама жевать учила, Гена? Я суп ел. Влад. Иди, что ты? Что за детский сад-то, а? Можно подумать, Ксюша в первый раз дома одна. Не в первый. И ничего хорошего в этом нет. Не поеду. Сядь. Завтра утром мы ее заберем. Что значит мы? У Ксюши есть папа, она его очень любит. Я поеду. Андрей Борисович. Это еще что? Выйдите немедленно, вам нельзя здесь находиться. Андрей Борисович, я спасибо сказать. Пожалуйста. Теперь выйдите, пожалуйста. Андрей Борисович, если бы не вы, страшно потом. Дежурный диспетчер пути Клока, всем доброе утро. Диспетчер электромеханической службы Шевченко, доброе утро. Сергеич, ты не заблудился? Твоя смена закончилась. Валерий Петрович, тут такое дело. А, там в тоннеле вода. Ну, правильно. Грунтовые воды. Вчера ночью дождь был. Так-то оно так. Уровень нормальный. Вон, вода отливная, на половину мощности не загружена. А, нехорошая она, вода эта. Что-то с ней не так. Надо какие-то меры принять. Надо, Сергеич. Ага. Вот и прими меры. Ага. А то ходишь не в свою смену и трезвый. Вот всякое мерещится. Вода какая-то. Может, там пиво. Или что, покрепче? Ну, зачем вы уж так уж? Я там весь тоннель излазил. Искал, в чем причина. Ну, ладно, Сергеич, не обижайся. Считай, что информацию я принял. Приняли, значит. Да иди, разберемся. До свидания.
При угрозе наезда на подвижной состав или препятствия помощник машиниста не имеет права покидать рабочее место, не приняв меры по его предотвращению. Так. Раз, два, раз. Вот это другое дело. Алексей Петрович. Да. Вы про бункер слышали? Это к тебя послушать. В метро одни бункеры. Не-не-не, на кольцевой линии в районе парка культуры. Недостроенный военный бункер. Привет, Сергей. Ага. Ты видел? Парк культуры 50-е строили. Мой отец ее еще строил. Про бункер он мне ничего не рассказывал. Кто будет рассказывать про военные объекты? Я с 15 лет в диггерах, я до сих пор ее не нашел. Ну хорошо, а где на Бородинской вентиляционная шахта? Снесли и бетоном закатали. Ну-ка, до станцию законсервировали. Под водосток ее замаскировали? Вот и я говорю. Вода там. В тоннеле. Вода. И хорошая там вода. Где мама? Не ходи босиком. Я в интернете посмотрела. Ее самолет сел вчера вечером. Чьи зубы? Холодная. И в начале следующего часа удовольствия продолжаются. Оставайтесь. Ну что, определились? Что ж там за вода такая, а? Будь она неладна. Пап, почему мама не звонит? А помнишь, она в прошлый раз тоже не сразу приехала? Она тебе что-нибудь говорила? Где она была? Опять помадка. Пап, ты можешь сказать своим пациентам, чтобы дарили тебе бутерброды? Давай-ка я тебе бутерброд сделаю. Я сама. Значит, ты меня сегодня в школу повезешь? Ксюх, я со смены. Но если мамы нету, мне что теперь, на метро ехать? Пап, ну что ты молчишь? Где мама? Да откуда я знаю, где мама? Ты позавтракала? Спасибо, было очень вкусно. А это что? Подарили. Молодой человек, мне ехать надо. 2 минуты. Воды нет во всем районе. Бардак. Молодой человек.
Когда я теперь тебя увижу? Будем ждать очередной командировки? Или возвращаться с работы пораньше? Часика на два, на три. Ира, ты где? Вот я тебя прошу. Не торопи меня, ладно? Дай мне разобраться. В чем? Во всем. Ты уже год разбираешься. Позвони ему. Или сходи. Я не знаю, с какой он квартиры. Пап, ну вот только с тобой такое могло случиться. Перестань! Принцесса! Дай мне неделю. Я тебе обещаю, что в понедельник я все решу. А в четверг мне вообще не нужна новость. Стой! Ну, давай не сейчас. Пойдем! Так, ты не хочешь, я один пойду. Уехали. Всегда был таким. Цветы дарит, да? Каждый день в течение 12 лет. Это ему. Ты ему даришь? Пациента. Андрей очень хороший хирург. Хороший хирург в районной больнице. Фантастика. Что он там делает? А это не твое дело, понял? Ну все, все. Все, мне пора. А то из-за нашей Санта-Барбары свои тендер профукаю. Какой ужас. Как же ты без тендера? Все, вали уже на свой тендер. Love me tender, love me sweet. Давай, давай. Я улетел, но обещал вернуться. Господи, ну должен же быть выход. Я еду! Приехал уже. Глаза, разуй. Ты иди, выход тут. Блин, в смысле, извините. Ничего, я тебе так знакомлюсь. Попробуйте с кем-нибудь еще.
Судьба у каждого своя, одна у всех анестезия. Галина, лучше галочка. Сергеич. О, фу, да? Тина, 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 как ты чувствуешь? Точно, Тиной. Тиной, понимаешь? Тиной пахло там рыбой и Тиной. Не грунтовая эта вода, а речная эта вода, понимаешь? Речная. Доброе утро, страна. Здрасте. А в чем дело-то? Распитие спиртных напитков в неположенном месте. А мы что? А мы же ничего. Чернобыль, помнишь? Медсестрой была. Последний саркофаг. Диабет у меня. И телозависимый. Саня, держи! Блин, дура, что ли? Уйдет, Саня! Опа! Опа-опа-опа! Ты смотри, смотри, что это такое! Опа-опа-опа-опа! Ай, это вы что? Ла, худра! Не бежите по эскалатору, девушка, я вам говорю! Здесь телефон вообще где-нибудь можно зарядить? Нет. И трюфели поесть нельзя, и на яхте не поплавать. Извините. Совсем охренел, что ли? Сказала же, извини. Костер. Можно я позвоню? Ага. Своему адвокату. На работу, ага. Ты же сказал, что у тебя смена закончилась. Или ты обманул представителя закона? Поместишься? Спасибо. 42-й, Боря, приятного аппетита. Я что-то громко тявкал? Да на тебя все такое жалуется. Но при тебя вся кабина в банановых шкурках и огрызках. Брехня. Завидую. Знаешь, что такое плывун? Плывун это ты, отец. На, подписывай. Приплыли. Мне диспетчеру позвонить надо. Я в метро работаю. Ну, милая моя мать! Ага, поговори еще. Симпатичная, да, Ксюша? А как ее зовут? Тявка. Тява. Тявка. А хочешь, я такую купим? Себе такую купи. Да держись ты, чего прыгаешь-то? Извините. Как вам повезло, девушка. В моем лице вы можете наблюдать редкого профессионала, я бы сказал, уникального специалиста. Ну, это я уже поняла. Вы пикапер? Я гид. Вожу экскурсии на перегоне между Садовой и парком культуры. Минуточку внимания, граждане пассажиры, извините. Наш поезд приближается к легендарной станции метро Бородинская, построенной в 1948 году. Станция является частью секретного метро, а линия, по которой мы с вами едем, вела прямо на дачу Иосифа Сталина. Да, спасибо. В
1950 году было принято решение отдать линию трудящимся в составе первого пускового участка Московской кольцевой линии. Но станцию Бородинская законсервировали, так как она находится в неустойчивом грунте. Непосредственно рядом с Бородинской проходит подземный рукав русла Москвы-реки. Станция не имеет никаких выходов на землю, машинисты ее проезжают с максимальной скоростью, и видна она только тогда, когда ее освещают огни встречного состава. Фух. Вот. И сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть эту станцию призрак. Пожалуйста. Смотри, вон, смотри. А через полгода полный отказ от мяса. А как же шашлычок под водочку? А про шашлычок-то и не подумал. Господи.
Катюша. Почему это? Чужа! Что случилось? Нас зарывали? Сюда! Пойдем. Ты идти можешь? Пойдем отсюда. Где моя сумка? Hmm?
Вставай! Вставай! Трогайте ее. Ксюша. Ксюша. Папа. Не двигайся. Слышишь? Да. Пошевели пальцами на руках и на ногах. Не болит? Нет. Хорошо. Делай вдох. Глубокий. Медленно. Не больно? Он что, в тоннеле стоит? 42-й. 42-й, ответьте дежурному. 42-й, вы меня слышите? Логов, Валера, что у тебя... Это между Бородинской и парком культуры. 42-й в тоннельном перегоне застрял. Связи с ним нет. Черт знает что. Валера, все три насоса на полную мощность. Сорок второй! Боря! Какого хрена? Он не отвечает. Значит, переходит последний вагон, чтобы двинуть назад. Вода в тоннеле. Отключай контактный рельс. А назад он на чем поедет? Сейчас дойдет до последнего вагона, тогда и спросим, в чем дело. 42-й! Ответьте дежурному! Ну, чего там 42-й, а? Ну, автоблокировка сработала, наверное. 17-й! Слушай! Переходите в последний вагон и возвращайтесь на Садовую. Вас понял. Возвращаюсь на Садовую. Алексей Петрович. Чего? Смотрите.
У нас тут вода! Да знаю, знаю! Торопитесь! Выходите из зоны подстанции, нужно контактный рейс отключать. Конец связи! Понял! Ключ ты взял? Забыл. Слышите? Бегом, быстро, бегом! Эй, мужик, открывай срочно, а! Быстро! Краб, что ли? Чего ты телишься? Давай бегом! Это не столкаться! Семнадцатый на месте, готов к движению! Пошел! Я не советую вам это делать. Почему? Видите, свет горит. Скорее всего, контактный рейс под напряжением. Послушайте, а как же они? Надеюсь, им повезет. Надо же им сказать. Не надо! Ай! Что у вас рукой? Ай. Идите сюда. У вас перелом, надо наложить шину. Снимайте галстук. Как же так с рукой-то вышло, а? Мне ж больничный сейчас никто не даст. Работы очень много. Ай! Да и зря галстук развязываете. Я не умею его завязывать. Мне его всегда жена повязывает. Вам тоже жена повязывает галстук? И мне тоже. Она мне говорит, что ты без моей помощи даже повеситься не сможешь. Ну, она шутит так. Веселая она у меня. У вас тоже жена веселая. И у меня. Добрый день. Что? Там 4 шампуня, 2 скраба и детское молочко. Минимум 30% скидки на поставки свыше 1 000 000 единиц. Сам виноват. Че? С мужем я развожусь. Че? А вы врач? Да. Это очень хорошо. Вас как зовут? Андрей. Меня Михаил, очень приятно. Я надеюсь, вы медицинскую карточку не прямо сейчас будете оформлять. Нет. Пробивает, зараза! Мама, поезд сломался, да? Небо, сын, людей выпусти! Автоматы не вышибет? А мы потихоньку. Два попали, а? Шевченко! Шевченко! Как только 17-й выйдет из зоны подстанции, отключай контактный рейс. Понял вас. Ты представляешь, что сейчас там творится? Тигер! Лохов, что там в 17-м? Двинулся.
жди команды. Конец связи. 17-й! Чего еле плетешься? Да у нас все в воде! Ну что, издевается, что ли? Выпустите меня! Мы что, все умрем, да? Семнадцатый. Родной. Давай потихоньку. Понял. Не дай бог там в туннеле люди. Людей пожгем. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам поезд проследует до станции Садовая. Прикольно. 100 метров осталось. Попробуй прибавить. 90. 80. 70. 60. 50. Молодец. 40. 30. 20. Давайте быстрее! Все же на сухо! 10. Шевченко, ты вырубил контактный рельс? Да. Тогда какого хрена у меня аварийка горит? Пока не знаю. Это нереально! Слушай, может пойдем, а? А? Может, как
как-нибудь. Пойдем, а? Все, пойдем. Тихо-тихо-тихо, спокойно, спокойно! Спокойно. Давай-ка без паники. Иди сюда. Да иди ты сюда. Куда? Иди, иди, иди. Иди, иди ко мне. Да, так. Ну все, напряжение сняли. Можем идти, факт. Понимаешь, принцесса, была такая собака, Лайка. Благодаря ей человек осваивает космос. Ну да, а мы благодаря этому Барбосу освоим тоннель. Пап, я сегодня в школу не пойду. Посмотрим. А, Ксюш, ты ему на выходные возить будешь, да? Где сертификат на этот шампунь? У тебя. Нет у меня ничего. Я просила мне все в электронном виде присылать. Может, сам забирать будет? Тоже вариант. Да ну вот же он, ну. Я не могу больше терпеть эту Санта-Барбару. Ты думаешь, он не знает? Знает, мучается. Хоть бы полслова сказал. Терпит и молчит. Терпит и молчит. Это невыносимо. По путям идти опасно. Вагон сдвинется и все. А как же тогда? А? Придется идти через вагоны. Давай хватайся за шею.
Не получится. Иди, иди одна. Да иди же! Все, я догоню. Погон, погон назад, а дальше я догоню. Уходи! Давай! Давай, старайся, никуда одна не пойду! Ну, теперь давай знакомиться. Я Петру не знакомлю. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам станция закрыта. Просьба покинуть станцию. Люди, проходите, проходите. Осторожно, покинуть наверх. Движение через станцию Столовая будет временно запрещено. Просьба покинуть станцию. Я опоздал на работу. Не по своей вине. Мне нужен подтверждающий документ. Немедленно покиньте станцию. Я не сойду с этого места, пока вы мне не назовете свое отделение милиции, звание и то... Внимание пассажиров! По техническим причинам движение будет Приказ по электромеханической службе кольцевой линии. Закрыть гермодвери со стороны станции Парк культуры. Закрыть гермодвери со стороны станции Киевская. Гермодвери на аварийном участке со стороны станции Садовая 235 пикет держать открытой до особого распоряжения по консервации тоннеля. До особого распоряжения по консервации тоннеля. Транспортная ситуация такова, что не позволяет оперативно реагировать. Из 18 экипажей к Садовой пробилось только 6. Остальные в глухих пробках на подъездах. Работает вертолет. Но этого недостаточно. Вы позвольте. Сидите, сидите. Хочу отметить, что в сложившейся ситуации батальон делает все возможное. На данный момент движение на всех въездах в центральный округ полностью перекрыто. Я напоминаю, сегодня пятница. То есть наиболее сложная транспортная ситуация. Третье транспортное кольцо парализованное. Пробки на въездах и выездах практически на всех магистралях города. Таким образом, для организации движения для техники МЧС и спецтранспорта нам требуется не менее 3 часов. И это минимум. Александр Николаевич, по вашим оценкам, сколько у нас времени? Ситуация непрогнозируема. Погибший состав образовал пробку в месте прорыва, который хоть как-то сдерживает основной поток. Но в любой момент может произойти прорыв. И огромные потоки воды хлынут в тоннель, и в данной ситуации линия полностью будет затоплена в течение 3 минут. Наихудший вариант развития – затопление метро и подземных сооружений центрального округа в течение 10. Бардак. Я говорю, в вашем хозяйстве, Александр Николаевич, бардак. Полгорода может уйти под землю. Полгорода! А мы не можем влиять на столь плотную застройку центрального округа. В результате возросшего давления на грунт произошло смещение подземного рукава Москвы-реки.
Метротоннель, построенный в 1935 году, не выдержал нагрузки. Произошел прорыв. Надеюсь, пока. В единственном месте. Что собираетесь делать? Существует специальная инструкция. Первый пункт. Эвакуацию людей из зоны бедствия. Пункт второй. Аварийный участок локализовать и законсервировать. Что значит локализовать и законсервировать? Что конкретно будет сделано? Ну, я же говорю, эвакуацию людей, что-то непонятного. Что там у вас по инструкции после эвакуации? Пора переходить ко второму пункту. Чё, охренел? Забыл, куда выезд? На твою ответственность! Хорошо заехали, а? Повезло так повезло. Смотри быстрее. Мужика вот. Смотри, метро. Где? Жесть, глянь, там труп валяется. Света. Да. Ящи. Оп-оп-оп, вот-вот-вот-вот-вот. Смотри туда. Да не тряси ты меня. Ну посмотри туда. Моя мама где? Прекратите. В чем дело? Что такое? Специальная служба новостей, канал РТВ. Выйдите за оцепление. Как только ситуация прояснится, мы вас пригласим. Минуточку. Алло, командир. Вам что-то не ясно? Уважаемые пассажиры, что ты лыбишься, а? Сереж, что ты лыбишься? Такой материал просрали, как всегда, все пофиг. Что это такое? Это слава твоя, Назима. Я перст-то его сразу приметил, флешки поменял. Но то, что у него два последних плана, здесь все остальное. Серег, вот это... Копперфильд? Ну да. Спасибо, правда, спасибо. Ты это будешь давать в эфир? Буду. Странно. У Андрея уже час телефон недоступен. Ксюша, позвони. Да у нее урок. Ну, может, на метро. Им на метро две остановки ехать. И потом, где сейчас метро не отсвети? Ну, вообще-то да. По-моему, везде есть. Давай, Ру. Я сама. У тебя мобильник есть? Да. Проверь, это он разрядился. Работает. Сети нет. Пусти! Пусти! Пусти мою! Тихо! Ой, мама дорогая, а что здесь было-то, а? У вас мобильник есть? У меня нету. И я случайно забыл в пиджаке. Простите меня. У меня деньги закончились. Отлично. Не, ну куда он провалился-то, а? Вот это я понимаю. Жизнь полной ложкой. С одним мужиком спишь, другому названиваешь. Все тебя любят, все детей от тебя хотят. Ты издеваешься? Почему издеваюсь? Я завидую. Так. Не надо, я сам. Простите, последний вагон. Почтовый. Домой пойдем. Маме-то будем рассказывать, а? Ксюш!
Ну что, Михаил, прошу. Вы знаете, я не умею плавать. Миша, здесь плыть не придется, здесь воды по колено. Я все равно не пойду, я не могу. Ну, а кто не хочет, может оставаться. Подождите, так нельзя. Что значит, кто не хочет? Я хочу идти, но я же объяснял вам, я не могу. Хочу, но не могу. Настоящий мужик. Ну, слушайте, вы мне кто, чтобы так со мной разговаривать? Хорош истерить! У меня муж такой же, как раз сегодня от него ушла. Он и какой-то. Держите. Отойдите. Послушайте. А я его вовсе не испугался. Это как в аквапарке. Сначала страшно, а потом нет. Ну, ты еще не все аттракционы видел. Ксюш, не бойся. Я не боюсь. Ну и хорошо. Может, кто-нибудь мне объяснит, зачем я в Киев моталась? Что-то прям как с цепи сорвались. Нет, ну почему? Утро неудачное. Почему? Нормальное, вполне себе такое утро. Ты глядишь, что творится. Ну, я тебе говорю, сигнал плохой, но... А ничего, что я тут стою, а? 2 минуты. Хоть обратно переезжай. Мы обладаем достоверной информацией о том, что произошло в тоннеле между парком культуры и... Не понос так золотуха. О судьбах остальных пока ничего не известно. 8:15 кольцевая линия московского метрополитена остановилась. Мы ехали в последнем или в предпоследнем вагоне. Угу. А потом этот удар, и теперь я никак не могу найти Лиду. Это моя жена, мы... Я понимаю ваше состояние, но не могли бы вы для меня, для зрителей, в 2 словах, что там происходит в тоннеле? Там месиво. Итак, на текущий момент на основании весьма противоречивой информации можно составить хронологию. Бенсон, у тебя что там? Кто есть? А... После остановки кольцевой линии приблизительно в 8:20 утра прямо из метротоннеля на станцию Садовая стали выходить люди. Перепуганные, обессиленные, многие раненые, они спровоцировали панику. Алло. Алло, я слушаю. Светлана Владимировна? Здрасте, это мама Ксюши Галиной. Скажите, а... Ксюша, она на уроке сейчас? Она в школе? Вы слышите меня? Да, я слышу. Ксюши... Нет, Ксюши еще нет. Ну, вы не волнуйтесь, придет, скажу, что перезвонила. Кадры, которые вы видите, были сняты нашей съемочной группой, случайно оказавшейся на месте события. Оставим их без комментариев. А моя мама где? Господи, нет! Ирина Санна, стакан! Ты же об этом просила! Ты же об этом просила! Ирина Санна! Я же так хотела! Ксюша, это ваша дочь, да? Я же так хотела! Господи! Она просто прогуливает! Я не об этом хотела! Понимаете, не об этом! Я не хотела так... Ир, ну подожди ты, ну куда ты, а? Почему это Влад не отвечает? Ир, да стой! Дура! Он помочь может, у него связь везде. По словам Анатолия Цыганка, руководителя спасательной операции, изначально потеряна масса времени в связи со сложной транспортной ситуацией в столице. С каждой минутой ситуация осложняется, уровень воды в тоннеле повышается. Вероятность найти выживших в головных вагонах поезда равна нулю. Как оценил шансы префект? Количество жертв уточняется. Спасатели выносят тела погибших прямо на платформу. Полной воды из Москвы эти 5 человек. Я поздно. Твою мать! Я обращаюсь ко всем водителям, находящимся на близлежащих трассах. Пропускайте машины скорой помощи и службы МЧС. Помните, в ваших руках судьба пострадавших. Сергей Назимов, специальная служба новостей. Было? Интересно, кто это? Че, мэр, не мэр? Не, это не мэр. Жаль. Да не боись ты, мэр будет. К обеду.
Герман, двигайся, то выдержим открытую. Александр Николаевич, 18-е звено. Я говорил вам. Есть какие-нибудь данные, сколько там людей? Пока нет. Сейчас вид. Сейчас составляем списки по обращениям родственников. Моя фамилия Буров. Капитан Селиверстов, 18-е звено. Младший лейтенант Титов. Лазицкий. Я доктор, штатский. Вас рекомендовали как лучших. Труд. Ваша задача дойти. Если не дойти, то максимально приблизиться к месту прорыва, оценить обстановку. Убедиться, что пассажиры, оставшиеся в живых пассажиры, эвакуированы. При обнаружении раненых оказывать помощь. Сообщать координаты. Я должен убедиться, что в тоннеле нет живых людей. Связь держать лично со мной. Задача ясна? Так точно. Выполняйте. Готовы. Пошли. Сальверстов! Эу! По инструкции я должен закрыть гермодвери и законсервировать тоннель прямо сейчас. Прорвать может в любую секунду. Не успеет. Иваныч, какого хрена командует, а? Таня, когда первым забеременела, мы ждали девочку. Оказался мальчишка. Пап, мне холодно. Потерпи, Ксюша, потерпи. Держи. Спасибо. Вот, спасибо. Не скули, это от кутюр. Мальчишки должны быть похожи на маму. А девочки на папу. Привет такая. А если на дедушку? Я не знаю. А, кстати говоря, я вылитый папа. Твоя собака? Подай. Да. Я, знаете, я с детства приказал не решить, не слипнуться, но я не трус, поверьте. Папа, кто это? Ты его знаешь? Знаю. Это... Эй, подождите! Давайте! Шевели поршеньками! Что это? Не знаю. Наверное, вода двигает вагоны. Господи, кошмар какой! Миш, ты не обописывай столько. И так вода кругом. Перестаньте. Все, молчу. Ого, нифига. Теперь мне придется выйти за тебя замуж. За него он выйдет. Подождите. Пойдем. Не отстаем. Ну! Меня учили старым садистским способом плавать. Ну, знаете, когда с лодки выбрасывают человека в глубоком месте, и считается, что он поплывет, сработает инстинкт самосохранения. А у меня нет инстинкта. Я не животное, я человек. Я стал тонуть, заработал фобию. В Москве давно? Полгода. Это сколько же тебе не было, лет 10? 12. Да, и сейчас-то тогда эффектно. Скажите, вы какое мороженое любили? Ты чего, мороженое боишься? Ну зачем вы так? Что я вам сделал плохого? Здрасте. 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 Чем занимаешься? Да так, строительство. Тендер на точечную застройку, центральный округ. Круто. Что еще есть где строить? Ну кто ищет, тут всегда найдет. Семья-то есть? А у меня вот Ксюшка, жена Ирина. Да, кстати, ты ее помнишь? Светленькая такая, с параллельного курса. Помнишь? Так, юноши, двигаемся поактивнее, мы не в парке. Что там, что было? Thank you.
Где останешься? Ну что, ты размечтался, что ли? Да нужен ты мне со своими запонками. Никогда замужем не была и не собираюсь, ясно? Ну, это как раз понятно. Чего? Все нормально, принцесса? Я вам не принцесса. Уважаемый, пойдем посмотрим, что ты наделал. Совсем новая машина была. Мудак. Это я мудак? Мудак тот, кто тебе права продал, а второй мудак тот купил эти права для тебя. Подожди, ты за это кто платить будет, а? Хорошо бежит. Челевно. Пап, я есть хочу. Ксюш. Галина, помогите открыть дипломат. Вот эти кнопочки, потяните в сторону. Вот эти, да? Да, да. Откройся, вон там бутерброды. Вон они, вон, вон. Осторожней, договора не помните. И дипломат закройте. Какие нахрен договора, Миш? Ну, рано или поздно мы выберемся же отсюда. И начнется прежняя жизнь. Если начнется, отметим это. Ага, хорошо. Скажу спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ай! Отдай! Вот холера, чтоб ты сдохла! Нет, вот посмотрите на нее. А что, вкусно? Это моя жена Танечка делает. У меня просто работа разъездная, я курьер. Мне иногда негде поесть, вот я и пристрастился к фастфудам. Таня говорит, что фастфуды – это плохая еда, у меня гастрит от этого. Считаю, что… Да ладно уже! Я считаю, что гастрит у меня со школы, потому что раньше не было фастфудов. Мама с собой давала бутерброд, но бульон тарамися и стеснялся есть, потому что в классе никто же из дома не приносил еду. Вот я. Помолчи немножко. Вперед пошли. Быстро! Мама, спасите! Мама! Ксюша, пойдем, мы себе другую купим! Себе другую купи! Идиот! Ну! Эй! Надо сюда! Ну что, встали? Идите сюда! Куда? Сюда! Вы не правы! Не надо бояться!
дачу жила, представляешь? Я приезжаю, она уже сидит. Корм кошачий любил. Нет, ну темно, как у меня в шоке. Полный пиздец. Заткнись, ты тут дети! Тихо все! Ксюша, ты где? Пап, я здесь. Не бойся, принцесса. Папа. Все, тихо, иди. А как вашу крысу звали? Нурка. Откуда это у тебя? Пап, я же тебе говорила, мне мама в прошлый раз привезла. Понравилось? Ты... Я... По неофициальной информации, прорыв полностью не локализован, несмотря на заявление пресс-службы московского метрополитена о закрытии всех гермодверей и блокировании участка прорыва. В настоящий момент остается открыта единственная гермодверь со стороны станции Садовая. Через нее еще ведутся спасательные работы. Известно, что пока ни одному из звеньев МЧС, работающих в туннеле, не удалось приблизиться к эпицентру катастрофы. Со слов чиновника московского правительства, пожелавшего остаться неизвестным, открытая гермодверь со стороны Садовая Отойди, а? Пап, ты в воде сидишь. Пап, ей плохо. У меня тут на что-то аллергия. Пап, ты чего? У меня теперь на метро будет аллергия. Подожди здесь. Я с тобой. Подожди меня здесь. Слушай, Ромео, расслабься. Пошли. Собаку не раздави. Тяпка, тяпка. Ксюш, не ходи без меня. Ну-ка, принцесса, посиди-ка сюда. Папа, тут дверь. А? Интересно, что за эта дверь? Другая дверь. А смысл? Тебе еще и смысл нужен. Иди сюда. Нет, я сама. Папа.
Иди сюда. Я тебе сказал, не ходи без меня. Бесполезно. Кого-нибудь интересует выход? Ксюша! Иди сюда. Я тебе сказал, не ходи без меня. Сказал? Работает. Ну что там? Не берет. Надо бы повыше поднять. Пап. Выше держи. Нет. Решетка экранирует. Ну? Ну? Глухо. Надо решетку выламывать. Выламывать надо. Держи. Отхожу. Давай. Держись. Вот если тот болт сбить, может, получится отогнуть. Стремянку бы. Ага. А вот автопогрузчик. Надо что-нибудь найти. Пойдем. На. Папа, я с тобой. Ксюш, здесь жди. Пап. Давай машину! Подождите, у меня там муж и дочь. Можно хоть как-то что-то о них узнать? Хоть что-нибудь? Из тоннеля все вышли. Пострадавших увезли в больницу. В какую? В разные. Ищите информацию в списках. Я уже читала, их нет в списках. Списки уточняются. Дождитесь. А погибшая там есть? Хоть что-то можно узнать о погибшей? У меня нет информации. Куда их увезли? В какую? Ну, как нет? Да я правда не знаю. Ну что ты? Медсестру я их не брошу, мало. Эй! На военный бункер похож. Диггеры по таким лазят. Значит, это место. Должны знать. Я и говорю, может, МЧС сюда приведут. Знаешь, где сейчас твои диггеры? Обосрались и дома. Новости по телеку смотрят. Минуточку, подождите, пожалуйста. Остальные где? Там ведь еще много народу. Простите, они... Кирсанов Николай Дмитриевич мог там быть. У меня двоног был, я знаю. Она там. Я не могу ничего вам сказать. У меня сын там остался. Здесь же 12 лет. Любые деньги там, проведи меня туда. Я не могу ничего сделать. Пожалуйста, помоги. У меня виды нет. Ah!
долго тут еще будет переливать? Вода должна подняться до уровня реки. Сообщающиеся сосуды. Физика 6 класс. Проходили? Ну, хорошо. А мы намного ниже? Ну, может, метра на два. Ну что, у вас меня идут. Не скрывайте диагноз пациентов. Вода должна подняться еще метров на 7, друзья. До уровня вон той вон решеточки. Надо было с Мишей идти. Вон курьер, у него инстинкт. Он сейчас там. Таня ему бутерброд сделала, фен дала. Он договора сушит. Договора, договора. Тендер. Как меня угораздило-то, а? Так, пробуем. Так, девочки, отошли нас. Ничего, принцесса. До свадьбы заживет. Ну, не работает. Смешно. Он тебя когда-нибудь работал? Ты им вообще пользовался? Дай-ка. Это из-за меня. А ты здесь при чем? Это я не удержал. Самое время простить друг друга за все. Это был наш последний шанс! Черт! Домой звонить-то будем. Галин Дергач, сборная по гандболу, блокирующая. Если б меня в 93-м из команды не поперли, хрен бы с двумя! Чемпионками мира! Посадки нет, поезд проследует без остановки. Че это? Бородинская. За то, что ты держишься. Гермодверь. На случай затопления. Как подводные лодки. На подводке еще не работал. Ну вот, тренируйся. Ну как, где чувствую? 18-й. Слушаю. 235-й тукет в Бородинской. Гермодверь. Мужчина без сознания. Будет экипаж. Двигайтесь дальше, прием. Понял. Конец связи. Так, Санек, остаешься здесь. Ждешь, потом возвращаешься. Мы пошли дальше. Иваныч. Иваныч. Все. Выполняйте. Весы, Санек, догоним. Опять? О, господи, нет! Да подожди. А где ты последний раз им пользовалась? Где ты последний раз им пользовалась? Внизу. Под лестницей. Фонарь герметичный? Да, он классный, в воде работает. Не надо, ты что? Даже не думай, ты что, головой ударился? Сейчас все будет в порядке. Сейчас. Продышись как следует!
зажигал. Что? Зажигал. Мокро. Тут меня поперли. Официантом работаю. Это ничего? А это ничего? И вот, наконец, вывешивают первые списки пострадавших. Среди них очень много потерпевших. Что я говорю? Еще раз. Можем? Да, подожду. Вроде не подсовывали. Дайте, пожалуйста, посмотреть. Алло, здравствуйте. К вам поступил Гарин Андрей Борисович, дочь. Ой, да что ж? Дочь зовут. Да что же у вас Гарин Ксения Андреевна? Женщина, не волнуйтесь. Куда нужно позвонить? Точнее, это списки пострадавших. Часть родственников и близких разъехались по московским больницам, куда были доставлены первого пассажира. У пострадавших посадили ее. Еще раз. Еще раз. Вода у нас! А где вы? Нашли Бородинскую, подходим к парку культуры! Немедленно возвращайтесь, ситуация критическая! В эпицентре не было ни одной бригады! Мы идем туда, конец света! Балаболы! Ну все, хватит. Пап, а мы до потолка всплывем. Здесь! Держись! 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 На бочку не дави! Не дергайся! Они находятся без сознания и ничего толком не могут сказать о себе. Была. Супер. Но я туда уже звонила. Алло, Андрей. Алло, Ира. Андрей, вы где? Ира, мы в бункере. Что с Ксюшей? Андрей, ты меня слышишь? Черт! Где вы? Мы с тобой попали из тоннеля Бородинской, ты меня поняла? Да, а кто это? Я не понимаю, кто это. Влад, это... Да, это я! А что с Андреем? С Ксюшей? Ксюша со мной, его муж. Почему ты звонишь? Где Андрей? Найди спасателей, понимаешь? Нет. Ира, мы в каком-то бункере! Быстрее! Какого черта, дура? Ира! Без паники! Меня здесь уже нет, да? Тебя уже давно нет. Понял? Ваш состав шел сразу за аварийный, правильно? Да. Ага.
А на каком расстоянии вы остановились? Метров 400 плюс-минус. Скажите, а вы что-нибудь заметили? Кто-нибудь? Да, красный сигнал светофора. Понимаете, что мне звонили? Звонили из бункера. Там сейчас живые люди. Не надо мне успокаивать. Петлю, петлю, знают, петлю отдай или шею. Хрена мне знать, пустите, я сказала. Вы сказали бункер? Бункер где? Бородинская. Да, знаете, пропустите нас. Помогите, кретины! Ты же болезнь, не знаю. Дендер, ты я прав лукал. Я вам повторяю, у этой женщины важная информация. У нее звонок из метро из эпицентра катастрофы. Вы должны нас пропустить. Обратитесь к командиру батальона. Вы понимаете, что у меня там ребенок? У меня там дочь. И пока она еще жива. Но она может утонуть в любой момент, если вы ничего не сделаете. Я понимаю. Обратитесь к командиру батальона. Я вас умоляю, сделайте хоть что-нибудь. Я вас очень прошу. Я вам русским языком говорю. Обратитесь к командиру батальона. Честно. Че это такое? Под суд пойдешь вперед. Камеру убери. Ты что мне суешь? Под суд пойдешь. Спасатели спускались туда, никого не нашли. До эпицентра не дошел никто. Я уверен, что бункер тут. Сможете показать шахту? Да, я сам не спускался, но я думаю, она здесь. Уверен? Да. Выбираться отсюда надо. Дверь скоро закроют. Пока мы здесь не закроют. Так что делать-то? Восемнадцатый. Мы выходим. Денис! 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 Я здесь. Алис, я сейчас. Держи. Никто, никогда больше от меня не отходи. Я тоже тебя никогда не отойду. Аквапарк. А где Галя? Чего? Может, ты сейчас Галя, что ли, будем искать? Галя! 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 Не отвечает. Что ты, Галя? Все, я пошел. Ты сдурел, что ли? Куда?
домой. Карабин за мухтой. Если там кто-то и был, то... Нас спасут. Нас уже ищут, слышишь? Никто нас не ищет. Зачем? Зачем вы это говорите? Зачем? А ты экскурсовод. Лучше расскажи людям, что обычно происходит с затопленными тоннелями, а? Чего молчишь? Не хочешь? Ладно, я расскажу. Так вот, уважаемые граждане экскурсанты, эта станция представляет сейчас собой опасность общегородского масштаба. Но продолжить ее затопление никак нельзя! Потому что тогда честь столицы нашей горячо любимой родины просто уйдет под землю. А знаете, что делать в таких случаях? А? Чего не знаете? А я знаю. Слышь, помолчи. Слушай, если не интересно, можешь идти отсюда. Итак, продолжаю. Аварийный участок локализуют, с обеих сторон закрыв герметичные двери, а потом зальют жидким азотом. И очень скоро это место превратится в монолит из затвердевшего азота. Нет, нас мама ищет, понятно? Принцесса, все уж давно понятно, что уж тут непонятного. Да, какой же идиот все-таки, а? Эх, Андрюха! Если бы ты знал, чего мне стоили эти 12 лет. А ты не понимаешь. Ты не хочешь понять. А я всю свою жизнь потратил на то, чтобы выбраться из этого дерьма! Чтобы сдохнуть здесь.
Это ж все не мое, я вообще здесь случайно оказался. Это не моя жизнь, это не мое! Почему он так говорит? Да потому что, принцесса, именно из-за твоей мамы я оказался в этом метро. А она того стоит. А, нет, ты мне лучше скажи. Она стоит того. Вот ты достал. Да пошел ты. Ксюша, иди к Алисе. Иди. Слышь, а? Мне выгодно подыхать сейчас, а? Я все договора подписал. Она тебя сейчас там ждет. Плачет. Из-за тебя моя жена плачет. Ты с моей женой спишь. А я ничего сделать не могу. Она ж тебя любит, урод. Унижается, врет и плачет. Плачет по ночам. С 2 до 4, как по расписанию. А это ничего. Это ничего, это нормально. Поплачет и другого найдет. А вот ты мне лучше скажи. Ты к ней когда последний раз прикасался? А? 5 лет назад, наверное, если не больше. На нее ж посмотришь только. Она все вспыхивает. Ты ж своей работой дурацкой, своими принципами довел ее до такого состояния. А она молодая, красивая баба. Она мужика в постели, если затащит, все, пиши пропало. Слушай, а я ведь на этом и прогорел. Точно? Не я ей нужен, а кто-нибудь. Лишь бы не ты. Сдохнуть из-за бабы, которую свой собственный муж не доедет. Хороший! Папа, вмешивай! Папа, не надо! Нет! Папа! Папа, не надо! Что ты делаешь? Уйди отсюда! Да расцепитесь вы! Я прошу вас, не надо! Они же в бункере, пожалуйста! Пожалуйста, не надо, пожалуйста! Меня. Там есть проход, там спасатели, их найдут обязательно. Они же звонили из бункера, они как-то... Там спасатели, их найдут. Успокойтесь. Это было так страшно. Ты ведь больше так не будешь? Никогда? Господи, а?
Нас нашли. Красавцы. Нас нашли. Нас нашли! Нас нашли! Нас нашли! Смотрите! Нас нашли! Нас нашли! Смотрите! Нас нашли! Нас нашли! Прием. Штаб. Где они сейчас могут быть? 18-й прием. Рассказали закрыть двери. Значит, ушли с Бородинским. Штаб. Думаю, скоро должны выйти на Садовый, если никто не ранен. Это точно, ты уверен? 18-й. Прием. Штаб. 18-й, ответьте Бурову! 18-й! 18-й. Прием, штаб. 18-й. Прием. Штаб. 18. В данный момент прорыв полностью локализован. Закрыты все гермодвери. В консервации тоннеля будет применяться сжиженный газ азот. Такой способ был опробирован еще в 1974 году в Ленинграде. Тогда метростроевцы наткнулись на подземную реку бассейна Невы. Нева хлынула в ленинградскую подземку. Усилиями метростроевцев, строительных войск, используя всю мощь химической промышленности Советского Союза, катастрофу удалось предотвратить. Жидкий азот со всей страны отправлялся в Ленинград. В мэрии считают, что консервация – единственный способ предотвратить просадку грунтов всего центрального округа Москвы. Эскалки верчин, Чарнелю. 18-й. Прием, штаб. Александр Николаевич. 18-й. Прием, штаб. 18-й. Прием, штаб. Свяжитесь с мэром. Надо срочно решать вопрос с консервацией затопленного тоннеля. Что? Давай, Дикин. Послушайте, я...
Там есть еще кто-нибудь? Да, шесть! Внимание! 18-е звено выходит. Водосток на водяющий проезд. Шестеро пострадавших. Что? Что? 18-е звено выходит. Снимай. Пошли, там папа. Там папа. Снимай, снимай. Скажите, пожалуйста, сколько еще человек в шахте? Да уйди ты. Да пожалуйста, повежливее, можно как-то? Не трогай камеру. Отойди. Мы вообще-то тоже работаем. Глаза закрой. Подожди. Не надо снимать, я сказал, да? Ну что, дочка, с возвращением. А? А я папаше завязала. Дай мне. Сиди. Да. Теплая. Я же сказал, не успеет. Тише. Девушка, садитесь, пожалуйста. Душа. Алиса! Молодой человек. Мы вместе. Уверена? Слышу все твои мысли. То, что... Да, мам. Вася, опять куда-то влез? Нет, все в порядке, я не лазил сюда. Поедемте в больницу. Вас уже ждут. Андрей. Андрей, я вас очень слышу. Поедемте в больницу. Just me.